Всем привет, лифтер Федор на связи, значит, сейчас у нас такой короткий отзыв это будет на сигареты LF красной, LF красной версии. Но это не обычный LF, вот, я уже на LF, в принципе, делал сигареты обзор, да, то есть на красно-белую пачку. И она отличается от вот этих вот сигарет, в принципе, и сейчас вот о них поговорим, чем же они отличаются, в принципе, от другой версии, которая в другом дизайне пачки, красная с белым, которая была выпущена в 2020 году, да, а это же, значит, у нас партия 2018 года, то есть они на 2 года раньше были выпущены, и вот такой вот там дизайн пачки, значит, ну, вот здесь вот. Я уже на 2020 год делал LF-обзор, тоже у меня он есть, там называется «Лифтер Федор», там можете посмотреть, если надо, кому там описание к видео, там тоже почитать, если хотите, да. Вот, и там дизайн пачки немного другой, красный с белым, значит. И там в этом обзоре я тоже говорил, если вдруг вы где-то увидите более белую пачку, то есть более старую партию, вот я имел в виду вот такую вот пачку, то есть в таком вот дизайне пачки. Если вы видите более белую, то берите лучше более белую, я там говорил. И в принципе я все правильно сказал, как бы надо брать, если что, вот такую пачку LF, если, ну, будет возможность выбора, например, или красно-белую, или вот такую, то лучше, конечно, вот такую брать. И сейчас расскажу вкратце, чем они отличаются. Ну так, вкратце покажу пачку чисто наскоряк. Вот, просто белый такой вот дизайн, LF. Ну тут, как обычно, два листика. Багратионов сразу выпускает, в принципе, Калининградская область. Изготовлен под контролем Бруклин, Нью-Йорк, США. Все как, в принципе, почти то же самое. Исключительно во всем сайт, штрих-код. Как бы, вот, тут LF. Значит, тут вот максимальная цена 79 рублей, а та партия стоила максимально 99 уже. Вот. И вот тут написано июнь 18-го, а та была май 20-го была. Вот. В принципе, 79 рублей для таких сигарет, это, в принципе, вообще ни о чем, как бы. По сегодняшним меркам это недорого, как бы. Ладно. Здесь предложение претензии, обычная фольга была здесь полностью, вот здесь тоже. Пачку, когда только открыл, я ее купил дней 6, наверное, назад, ну да, примерно где-то так. Значит, пачку только открываю, запах из пачки был довольно приятный. Вот знаете, как вот просто пахло, приятный сигаретный запах был, вот и все, вот как-то так можно сказать. Вот иногда бывает, какие-нибудь хорошие сигареты откроешь, которые не в хлам засоусированы, да, более-менее неплохие. Вот открываешь, нюхаешь, и там прямо вот просто приятный сигаретный запах. Все такой, не очень сильный, как бы, вот здесь, в принципе, такой запах был. Ну, легкая, может, табачность какая-то была, но очень слабая. Ну, по запаху из пачки имею в виду. А вот от самой сигареты сейчас, секундочку. От самой сигареты очень легкая табачность есть, как бы, вот. Но выражена она очень слабо, в принципе. Табачность есть, но слабо выражена в запахе. Но зато, как бы, ничем посторонним особо не прет. Вот. Дизайн сигареты, по-моему, оформлен точно так же, как и в 2020 году, вроде бы. Я точно не помню, вроде бы дизайн такой же. Ну, тут вот LF, пробковый фильтр. И там, по-моему, были или два кольца перфорации, или одно кольцо, что-то не помню. Вроде бы кольца перфорации были там. А здесь же колец перфорации нету вообще. Вот. Фильтр у них средний по упругости, в принципе. Вот, набивка. Набивка у них довольно хорошая, кстати. Вот, все, сигареты не гнутся вообще, то есть. Дальше ни хрена не гнутся. Набивка достаточно плотная. Вот. Ну, нормальная, довольно-таки нормальная. Все, в принципе, дальше вообще не гнутся. Ладно. И значит, что могу сказать вот именно про вот эту партию в таком дизайне пачки сигареты LF, что могу по поводу них сказать. Вот мне они понравились, лично нормальные сигареты. Вот, то есть, реально, ну, не знаю, сейчас такие сигареты уже не выпускают, наверное. Они, конечно, я не скажу, что они идеал какой-то, да, но даже таких сигарет уже, блядь, не найдешь. То есть, вот вообще уже, блядь, полный трындец становится. То есть, уже дошли до того, чтобы вот такие хотя бы сигареты покурить, уже почти нереально стало даже хотя бы такие найти. То есть вообще уже чушь какая-то. То есть, если раньше там давным-давно, там лет 20 назад, там когда лежали сотни пачек, да, там, ну, допустим, десятки пачек разных, можно было почти любые сигареты взять. И любые сигареты хорошие были. То есть, ну, плюс-минус там сорта табака отличались, там привкусы там, и так далее, качество табака. И все такое. Но в любом случае, хорошие сигареты вообще легко можно было найти на каждом шагу. То есть, никаких проблем вообще не было. То есть, выбирай на свой карман, на свой вкус, вот и все как бы. А сейчас же, значит, блядь, это вообще нереально стало найти. Это одно говно, блядь, просто создают, выпускают какую-то хрень химическую, блядь. Чтобы даже хотя бы вот такие более-менее нормальные сигареты найти, это сейчас ночью с огнем их, блядь, не сыщешь. Вот, я, значит, в один киоск зашел.
Ну, я уже знал, что там подобные секреты подают. От UTF там бывали когда-то. И смотрю, у них вот из... я спросил Дакота и ЛФ. А, значит, Дакота уже не было, до этого она там была. Вот, значит, ЛФ последняя пачка вот эта осталась, значит. Вот. И, значит, я смотрю, а в белом дизайне пачки, то есть старые. Ага, говорю, давайте, все, беру, значит, 18-го года, смотрю, все нормально, беру. Но если бы она мне сказала ЛФ, вот 20-го года, типа красно-белая пачка, то я бы ее брать не стал бы ни хрена, то есть. Вот я бы сказал, ну все, до свидания, то не надо, спасибо. А вот эту я взял как бы, и как бы не зря. Так вот, значит, чем они отличаются? А эти сигареты, вот эти вот, они более табачные, чем красная версия, чем 20-го года выпуска. То есть к 20-му году, сразу говорю, если красную-белую найдете 20-го года выпуска, они уже скатились на этот момент. То есть эти сигареты уже скатились, там уже ничего особо хорошего не осталось. А в красной версии, там у меня еще обзор есть, можете глянуть, в принципе. Но лучше описание там к видео почитайте еще заодно. А вот, значит, там уже версия эта скатилась, то есть в 20-м году. А вот эти вот довольно хорошие сигареты, то есть. И они реально отличаются, ну, существенно, как бы. Довольно прилично. Отличаются они в первую очередь тем, что эти более табачные, то есть. А, у них реально чисто табачный вкус такой нормальный. Конечно, я не говорю, что суперский табак какой-то, да, но тем не менее табачные сигареты довольно хорошие. Вот. А если вот этот ценовой диапазон брать и промежуток времени, если брать вот этот вот 18-й год и 21-й год, да, вот в этом промежутке, если времени брать и за такие деньги, да, то это довольно хорошие сигареты, действительно. Вот. Если была бы синяя версия, с удовольствием бы взял бы еще пару пачек. Или Дакоты, например, если бы была какая-нибудь старая синяя пачка, вообще можно было брать бы. Спокойно, значит. А вот в 2020 году они уже испортились нахрен. Испортились они в каком плане? Да в плане того, что они стали, блядь, а в составе там много суррогата стало, то есть уже в 2020 году. В красно-белой пачке там реально суррогата много. Там реально куришь, блядь, чувствуется, что полу табак куришь как будто бы, да, и полубумагу какую-то куришь, условно. Ну, реально какой-то бумажный вкус, то есть ощущения бумажные какие-то уже там, это уже не то, то есть вообще пошло. А, вот. То есть, и вот, в принципе, это самая главная разница вот в этом. Собственно, там даже я когда красную вот эту пачку брал в 2020 году, я даже их иногда курить-то не особо хотел. То есть, реально, там ощущения у меня были, что, блядь, ну вот куришь полухерня, полунормальный, как-то вот не очень мне ими затягиваться даже хотелось, честно говоря. А вот эти я же, блядь, с удовольствием тут вот покурил прям, полпачки уже тут выкурил, наверное, не знаю, все, тут прям реально их с удовольствием можно курить. Ну, конечно, иногда для меня они крепковаты, правда. Ну, ладно, когда охота крепкого покурить, прям вообще супер, прям самое то. За такие деньги, еще раз говорю. Вот, так что отличие есть, я вам говорю, если вы думаете, ЛФ любой можно брать, нет, скатившийся ЛФ, который в 2020 году, ну это уже херня, как бы так чисто, если уж вообще выбора нет, там на один раз и все, вот, как бы, там абсолютно ничего суперского нет, там куришь полухерню, полутабак уже вообще неинтересно, то есть, а вот это же реально сигаретами можно назвать полноценными, вот эти вот, так что вот, значит, если какие-то сигареты подобные ищете от UTF там и так далее, всегда смотрите, лучше брать самые старые партии по возможности. Вот. А чем старее, тем лучше. Кстати, я Дакоту пробовал и 16-го года, и 17-го года. Всего лишь один год разница, но у них уже, прикиньте, уже между ними есть небольшая разница там была. А там, кстати, и в оформлении сигарет небольшая разница была в плане надписей вот здесь вот. Ну ладно, сейчас не хочу в это углубляться. Короче, там и то 16-го года была Дакота чуть получше, чем 17-го, как ни странно. Короче, берите самые старые партии всегда. Если ЛФ, то вот эту белую лучше, чем красную, если есть выбор. А также эти покрепче, то есть эти покрепче. И они накуривают лучше. И более табачные, то есть. Вот, тот же ЛФ был как бы, ну, даже на крепкую версию, он даже не особо тянул, если честно, тот вот 20-го года. А вот этот же на крепкую версию тянет полноценно. Тут как бы стандарт, наверное, 10.08. Ну, как минимум тут 9.07, то есть. Короче, 9-10 смолы, 7-8 никотина. Вот. Ну, крепкая версия, то есть нормальная. Они, конечно, не очень ядреные, там супер крепкие, но они, в принципе, довольно-таки крепкие сигареты. Вот. А смолы, может, девятка где-то, я не знаю. Они не очень смолистые, смолы, наверное, девятка. Но никотин, наверное, 0,8 есть, тут довольно крепкий. Вот. Кстати, там в 2020 году дизайн пачки изменили, что LF, вот видите, здесь просто написано LF, а там было вверх ногами вот это LF написано. То есть вот так вот там было. Вот. Ну ладно, если что, там посмотрите обзор, если надо, на старую версию и описание к видео там прочитайте, если надо будет. Ну короче, если что, вот такие берите, они красные, это довольно хорошая сигарета, а те красные, которые скатились, ну уже там фигня как бы вообще ни о чем. Все, пока-пока.